Экс, где же эта деревня? Она где-то здесь должна быть. Так. А, да! Я ее нашел. Всем привет, ребят, с вами Акаки. Сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт. И как всегда, в необычный. Дело в том, что до меня дошли слухи, то что в этой деревне появился какой-то новый телепортатор. Самое интересное то, что он нестандартный, он не строится. Как-то туда залезла овечка. Конечно, судя по названию, вы уже и так все знаете, куда мы с вами отправимся, но я хочу все-таки сказать. Мы отправимся в самый сладкий мир в Майнкрафте. Как туда попасть, я вам сейчас обязательно покажу. Но самое главное сейчас, конечно же, что? Правильно. Давайте наберем 2000 лайков. А также, если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь и не забудьте жмякнуть на колокольчик. Ну что, погнали зарабатывать диабет. Я точно не могу сказать, где здесь все это спрятано, потому что я в этой деревне впервые. Но судя по рассказам моего человека, который в этой деревне был и нашел все, что нужно, он где-то здесь находится. Для того, чтобы нам отправиться в этот сладкий мир, нам придется с вами найти специальные конфеты, благодаря которым мы сможем с вами отправиться. Только вот реально, я что-то не могу найти, даже сундука ни одного нету. Конечно, есть шанс того, что это все решили спрятать где-то в другом месте. Кстати, давайте верстак заберем, мне кажется, он нам пригодится. Может, реально где-нибудь на улице спрятали, там закопали, может, что-то еще там сделали. Но я пока что реально ничего не нахожу, и это для меня очень даже печально. Вообще, по идее, нам надо бы сейчас с вами еще добыть парочку деревьев, потому что в том мире мы вряд ли с вами найдем обычные деревья, потому что там все сделано из сладкого. И что ты меня толкаешь? Да, я беру эти деревья, а что ты мне сделаешь? В принципе, 5 дубовых бревен нам должно, конечно, хватить, но давайте добудем побольше, потому что я все-таки не знаю реально, что нас там ждет. Единственное, что я знаю, это то, что нам не придется с вами сейчас искать пропитание. Кстати, вот это место я что-то пропустил, и да, все-таки это здесь находится. Ну что, все-таки отправляемся в мир, полностью сделанного из сладкого, так что почему бы нет, мы там сможем себе найти еду. И да, Magic Piece of Candy. И это то есть мы сейчас съедаем и отправляемся туда, куда нам надо. Давайте попробуем. Да! Подождите, это что у нас такое? Это Cotton Candy. Это то есть сахарная вата? Или что это? А это что? Ну, это Cotton Candy. А вот это что? Это трава из сахарной ваты? Серьезно? Это сама сахарная вата, и мы ее можем даже кушать. И она восстанавливает очень много голода, как вы уже успели заметить. Давайте даже с вами немножечко попробуем потратить хп и посмотрим еще раз, сколько она восстанавливает. Хотя нет, я не могу. А если так? Ага. Ну, пока что ничего, ну да ладно. Это что у нас? Это White Brownie Block. А, брауни. Я пытаюсь вспомнить, что это и вообще как-то переводится. Я, конечно, примерно помню. Да, брауни я где-то уже встречал. И, кажется, даже в какой-то кафешке. Но я не помню, ел я такое или нет. Ну, ничего, потом с вами разберемся. И давайте вообще разбираться. Это мы, получается, попали с вами в шахту. И что здесь у нас вообще все происходит? Мы с вами добыли какой-то White Brownie Block, Dark Brownie Block и Sugar. То есть вот это вот сахары. Ага, и что нам с ним делать? Есть еще... А это вообще не добывается, кстати. Ну, вряд ли мы с вами его добудем, но можно посмотреть все-таки. Ага, я не знаю, что это. Давайте разбираться вообще с тем, что мы с вами сейчас могли добыть. И, кстати, здесь есть еще вот карамельная палочка, скорее всего, да? А, подождите, мы одну сломали и сразу все упало. Так, а если это мы с вами сломаем, тоже все упадет? Нет. А вообще, что это такое? Ладно, потом уже с вами разберемся. Можно, конечно, посмотреть, что из этого можно уже сделать. Давайте посмотрим. Это White Red Candy Cane Block. Ну, это, то есть, красно-белая конфеточка, которую мы, кстати, сможем с вами переработать в карамельные палочки. И мы тоже их сможем кушать или что? Ну, пока что я не голоден, поэтому мы вряд ли с вами сможем это все съесть. Но, насколько я понял, это Milk Brownie Block, это... я понял, это же шоколад. Подождите, давайте даже проверим мою теорию. Dark Brownie, это у нас White Brownie, это у нас Milk Brownie. Или это не шоколад все-таки? Овечка, посмотрите, какая она полностью зеленая и сахарная. Вот и привет, красавица. А если мы тебя добудем, что выпадет нам? У меня, кстати, нету никаких инструментов. А, кстати, выпадает обычное мясо. Странно. Ого, блин, похоже на желатин. Здесь даже есть шоколадная река или это озеро или лужа. Ну-ка, давайте, хопа. Я ж надеюсь, это не то, о чем мы все подумали. Ну, это ж не какахи, да?
Ну, да, это не какахи. Все, отлично. А это что у нас? Green Gummy Block. Green Gummy, то есть это реально желатин. Как я понял, как и в обычном Майнкрафте, этот мир делится на несколько биомов. Это получается биом сахарной ваты, это желатиновый мир, а вон там, походу, шоколадный. Это уже становится реально прикольно и очень интересно. Это что у нас? White Gummy Worm Block. Это тоже как-то... То есть мы можем с вами сахарных вот этих вот желатиновых червячков сделать. Это прикольно. И от этого желатина мы с вами спокойно можем отталкиваться. И здесь даже есть медвежата. Медвежата, идите сюда. А вы не злые или злые все-таки? Походу, как я понял, вы злые. Но что ты мне сделаешь, желатиновый мишка? А, ты мне нанесешь реальный урон. Окей, я тебя понял. А можно как-нибудь побыстрее с тобой справиться? Потому что, как бы, я уже устал. Я хочу дальше смотреть этот Майнкрафт, полностью сделанный из сладкого. Что нам выпало? Это лампа в Green Gummy. Это что у нас и что мы из этого сможем сделать? А, какой-то Green Gummy блок. Окей. Давайте все-таки с вами отправимся в этот шоколадненький мир. И тут уже какие-то деревья странные. То есть они идут... А, подожди, здесь реально плитки шоколада еще есть. То есть мы еще и можем с вами их собрать, да? У нас уже одна плитка молочного шоколада и одна плитка белого шоколада. А это у нас темный шоколад. Да, это у нас темный шоколад. Здесь даже шоколадные курицы ходят. Вы что, серьезно? А, из которых также выпадает обычная еда. Ну, то есть сырая курятина. Да, конечно, не очень как-то приятно, ну да ладно. Мне вот больше интересно, что с этими деревьями. Почему они такие полосатые? Ну-ка, давайте добываем и... А, у нас все добывается сразу же. А, это уже прикольно. Ну-ка. Woffer Stick Block. Стик, это уже связано как-то с палочками. А, это же эти... Я не помню, как они называются, но вы такое наверняка пробовали. Это палочки такие, продолговатые, и они очень вкусные. Правда, они... Почему-то без наполнителя, как я понял, да? Да, они полностью пустые. Обычно там идет какой-нибудь крем, либо шоколад. Очень интересно, у нас уже 37 штук, и из этого мы можем с вами что-нибудь сделать? Woffer Stick. Как раз-таки эти палочки, они же должны быть съедобными, по идее, да? Да, мы можем с вами их кушать, и посмотрите, как много они восстанавливают. Блин, очень клево. Давайте, кстати, переработаем все доски, которые у нас есть. Тут у нас еще есть плитки шоколадные. Их тоже забираем. Я, кажется, примерно понял, что мы уже сможем с вами сделать, так как у нас уже есть палки, и скорее всего мы можем их комбинировать с молочным шоколадом, с темным шоколадом, либо же с белым. Давайте еще одну молочную найдем. Так, все, 3, 7, 3, 6, нам в принципе этого хватит. Давайте посмотрим и попробуем уже что-нибудь с вами скрафтить. Давайте попробуем сделать, ну, 3 топора, например, давайте, вот, из белого шоколада. Да, кстати, реально получается, из молочного шоколада и из темного шоколада. Посмотрим, как это вообще все работает. Получается, белый шоколад у нас на одну атаку, темный шоколад на одну и молочный на одну. Они, кстати, очень хорошо работают. Посмотрите, как быстро все добывается. А если мы будем добывать с вами вот эти плитки шоколада, ну, конечно, добывается медленнее, но все же. У нас, кстати, с вами остался еще желатином. Может, что-нибудь с желатином мы с вами сможем сделать? А, нет, мы с желатином с вами ничего не можем сделать. А из чего мы можем хоть что-то сделать? Может, коттон кэнди? Но у нас их очень мало, к сожалению. А из палочек нет. Нет, ничего. А может, из брауни? Нет, ничего. Это нам сейчас с вами придется тогда все дело изучать. Давайте с вами попробуем сейчас отправиться в вот этот желатиновый мир и попробуем что-нибудь с вами добыть. Может, из этих блоков как раз-таки мы сможем с вами что-нибудь сделать. И заодно вот это тоже добудем. Это получается у нас Yellow Gummy блок, это Green Gummy блок, но из них вроде как мы ничего с вами не можем сделать. Хотя, может, и можем. Давайте сделаем так, ничего. А если из этих червячков, то тоже ничего. Блин, а как это все работает тогда? А, подождите, мы же с вами не добывали вот это вот дерево, которое очень похоже на сахарную вату, которая, кстати, возможно, им и является. Это у нас White Candy Cane блок. Это мы сможем с вами обычные палки сделать. Мы их можем есть? Конечно, можем. Давайте все-таки проверим, может, мы реально можем что-нибудь сделать с вами из сахарной ваты. Вот, в принципе, нам 6 штук должно хватить. Эта сахарная вата ни во что не крафтится. Давайте тогда смотреть. Опа-на! А тут мы уже можем с помощью... Мы реально с помощью сахарной ваты можем сделать уже себе какие-то другие инструменты. Давайте тогда сделаем себе еще топор из сахарной ваты. Посмотрим, как он вообще работает и насколько он урона. Он также на один урон, но давайте-ка добудем тогда побольше сахарной ваты и попробуем сделать полный сет инструментов. Я, кстати, не смотрел, может, мы можем с помощью этого всего сделать себе уже какую-либо броню. Конечно, не факт, но все-таки можем попробовать. А эти инструменты
ванты и сахарные ваты, они недолговечны. Вы, наверное, уже поняли об этом, потому что я сделал всего лишь парочку ударов, и у нас уже сломался этот инструмент. Давайте с вами спустимся вниз, с помощью даже этой кирки будем добывать, просто посмотреть, как быстро эта кирка ломается. И что нам, кстати, теперь делать? Ну что, ребят, я немножечко здесь побегал и попытался скрафтить абсолютно все инструменты, которые здесь только возможно скрафтить. Я пытался сделать из желатина, но, как вы видите, у меня ничего не получилось. Все предметы я рассортировал, то есть вот здесь у нас только кирки, здесь у нас только топоры, лопаты и мечи. И сейчас мы с вами абсолютно все это посмотрим. И кажется, я потерял абсолютно всю структуру, как я все это сортировал. Ну да ладно, сейчас тогда распределим. Ну вот, думаю, примерно как-то так. Давайте тогда будем все с вами опробовать, как это вообще все выглядит. Это получается обычный из молочного шоколада, и все они на один урон. В принципе, разницы между ними особой нету, но выделяется все-таки топор из сахарной ваты. Он тратится моментально. Давайте, кстати, немножечко для сравнения тогда попробуем темным шоколадом все это разрушить. Вот, тратится совсем немножечко. А если мы из сахарной ваты ударим, то посмотрите, сколько потратилось. Это очень много. Так что, насколько я помнил, вот эта сахарная вата, она практически бесполезная, потому что, ну, посмотрите, сколько тратится. Дальше давайте с вами посмотрим уже на лопаты. Здесь также они на один урон, но сахарная вата, кстати, она чуть-чуть побыстрее будет. Все остальные инструменты, они на 5 скорость, а сахарная вата на 7,5. Давайте попробуем белый шоколад, добывается все очень быстренько, а сахарная вата еще быстрее. Но инструмент уже сломался, кстати. Ха. Меня одно расстраивает, что я не смог никак скрафтить себе броню из этого всего. Это, конечно, немножечко печально, но ладно. Ой-ой-ой-ой, тихо, 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 тихо. Монстр, скелетик, алло, не надо. Подождите, у нас есть... сахарная вата, съели ее. И давайте тогда будем проверять сейчас с вами мечи. А ну иди сюда, иди сюда. Ты... А вот ты где. Ну давай побыстрее умри. Все, наконец-то мы смогли тебя убить. Эти мечи идут у нас на 1,6 урона, но также скорость у них отличается. Из шоколада идет скорость 6,5, а из сахарной ваты аж целых 9. Даже если мы сейчас можем с вами найти еще какого-нибудь моба, можем с вами обязательно это все проверить. Правда, я надеюсь, то, что этот меч из сахарной ваты, он сразу же не сломается, иначе будет как-то печальненько. А я, кстати, вот здесь кого-то видел? Или нет, мне показалось? Ладно, здесь я никого не вижу. Покушаем еще немножечко сахарной ваты. Дальше у нас идут кирки. Из обычного шоколада 1,2 урона. Я совершенно не те параметры говорил. Я думал, первый параметр это урон, а второй это скорость. Получается, сахарная вата, она во всех смыслах мощнее всегда, но она еще и слабее. В том плане, то, что она наносит огромное количество урона, но при этом она сама по себе не очень прочная. Я, кстати, здесь видел одну специальную руду. Давайте ее попробуем добыть. Все, печеньки. Это вкусно. Да, кирка добывает все-таки очень медленно. И что нам сейчас-то выпадает? Шуга кристалл. Это, то есть, можно сделать обычный сахар. Ага. А если так, обратно не получается. Можно сахарный блок сделать. Классно. А вот как раз таки сахарная вата, она добывает просто моментально практически. Но все-таки она очень быстро ломается. Конечно, я думал то, что в этом мире как-то все будет более насыщенно. У нас тут будут какие-то новые мобы. Ну хотя да, новые мобы появились. Например, сахарные чики-бомбони. Желатиновые мишки. Вон, кстати, которые там находятся. Но по сути мир оказался каким-то очень пустым. Давайте, кстати, попробуем добыть кого-нибудь. Иди сюда. Иди. Опа. Что нам выпало? Лампа Фредгами. И даже палки не сделать. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр. Если вам понравился данный видос, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик и не забудьте друзьям рассказать. Я все время забываю сказать то, что у меня появился Discord-сервер, ссылка на который есть в описании. Мы часто там играем в Among Us, смотрим фильмы и просто общаемся. Так что, если вы хотите присоединиться в Акаки Лэнд, ссылочка будет в описании. Всем еще раз спасибо за просмотр, с вами был Акаки, и всем покедова!